покажу вам, как чистится ленточка. Фиолетовый? Да, фиолетовый. Сейчас покажу вам, как она чистится. Вот я ее чищу аккуратненько пальчиками. Надо аккуратно с ленты снять, скатать, как бы вот этот липкий слой, видите, он на ленточке. Вот. Его надо скатать. Лучше, когда ее куда-нибудь положить, но мне сейчас я не могу положить, потому что некуда поставить камеру. Все. Вот и все, видите, вот она раз скатывается. Вот, чистенькая ленточка. Сейчас большую буду чистить. Вот я буду делать. Надеюсь, вам все видно, потому что телефон стоит на подставке. Это плита, очень хорошо стеклянная плита. Вот я положила ленточку и сейчас ее наклею. Вот он, голубой скотч, который все так не любят. Так. Все, сейчас обрежу, ленточка готова. Просто так вот обрезаю. И тут немножко. Ну и все. Все, ленточка готова. Также буду делать височные. Эти точно так же сейчас сделаю. Юля сегодня убирала мне квартиру, пока я была на работе, и говорит, как я заебалась тут мыть полы, говорит, я их мою, а отсюда, говорит, везде черные волосы летят. И я ей говорю, слушай, малышка, ну а что ты хотела, если твоя подруга мастер по наращиванию волос, ты что хотела, чтобы тут летела, бля? Если бы я была, Юлька, не мастером по наращиванию волос, а женщиной легкого поведения, здесь бы презервативы везде летали. Да, если бы наркоманка, шприцы, если бы проститутка, презервативы, но так как я мастер по нарковолосница, да? Да, я нарковолосница, да. Повсюду волосы. Поэтому у меня волосы летят везде. Все, наши ленточки готовы. Все. Все, малышка, суши волосы, твои ленточки готовы. Обязательно надо их хорошо прожать. Вот так вот, чтобы скотч хорошо приклеился, чтобы лента не отпала. Вот так прям пальчиком. Берете вот так вот. Раз, и два, и три, и четыре. Да, чик. Готово. Здесь такая же ситуация. Мы ее вот так обрезаем. И вот так вот, чик. Уголочек, чтобы ровно по ленточке. Так же делаем. Видите, у нас височные ленточки, мы всегда уголки срезаем, чтобы человеку не кололось. Мы всегда углы наискосок срезаем. Не все так делают, но мы делаем. Ваше право делать, как вы хотите. Большую ленту мы так не обрезаем, потому что там не важно. Видите, тут ровные уголочки, а там на косую. Тоже вот так пальчиком поражали, поражали. Чтобы она хорошо приклеилась. Чтобы скотч прям хорошо прикрепился. Ну все. Сейчас Юля посушит голову, мы ей все поставим. Вот Юля помыла, посушила голову. Моя пижамка, смотри, приносилась, да? Ну как, волосы? Даже выросли. Даже? А что, должны не вырасти? Так, ну все, Харе, расчесывать я сейчас отберу тут. Сейчас отберу. Покажу, какого качества. Будешь же краситься, будешь. Ну, так а толку беречь, если будешь все равно краситься. Так.
Так, ну что, сейчас мы будем смотреть. У нас стояла, я померила на 3 пальчика, фломастером не отмечала ничего, потому что Юлину голову знаю, как мои мастера ставят, знаю. Так, чик. Чик. Может, повыше? А? Может, повыше? Повыше будет вот здесь у тебя видно, понимаешь? Mm. Вот о чем речь. Ты думаешь, мне жалко поставить тебя повыше, но просто что высоко будет, я же тебе говорю, будет, ну, видно вот здесь у тебя. Поэтому ты же не хочешь, чтобы она была видна. Соответственно, куда повыше. Все равно каждый раз, когда мы ставим ленту, мы все равно ставим немножко на другое место. То есть мы вот мастера поставили ей на 3 пальца, я наоборот себе чуть-чуть поставлю на немножко пониже, потому что на те же самые волосы, ну, не надо ставить. Надо, чтобы оно немножко менялось. Они тебе поставили на 3 пальчика, я тебе поставлю на 2,5. Ну, понимаешь? То есть, чтобы чуть-чуть поставлю сейчас ее пониже немножечко. А в следующий раз поставлю повыше. Ну, поставим повыше, чтобы не на тех же самых волосах стараться. Чтобы они отдыхали. Да, да, чтобы они не нагружались. Потому что когда одни и те же волосы нагружены, тоже не очень хорошо. Знаешь. Нужны каникулы. Нужны каникулы, да, правильно ты говоришь, нужны каникулы. Ну, волосы в идеальном состоянии, все хорошо. Теперь главное выровнять вот тут. Чуть-чуть маленькую улыбочку делается, немножечко. Можно ставить ровно, но Юля лучше ставить с улыбкой, потому что у нее голова похожа на мою. Тебя в детстве мама правильно ложила в кроватку. Кого правильно ложили в кроватку в детстве, поворачивали голову на бочки. Ты своего сына, кстати, так, конечно, делала, чтобы плоский затылок, да, не был, да? Да, на один бочок, потом на другой. Да, вот кого правильно в детстве ложили, у нас очень правильные затылки. Они такие, как я говорю, гуманоидные, чуть-чуть вот тут такая, знаешь, когда стрижешь стрижку, там, шапочку, так прикольно лежит, так, вот. Поэтому у тебя тоже голова хорошая, форма головы очень хорошая, и у меня такая же форма головы. Вот просто бывают люди, кому так не делали. Особенно, если честно, особенно заметно у нерусских, вот кто мусульмане, там, допустим, да, их не переворачивают, наверное, у них затылки плоские, их как-то по-другому там в люльки кладут, и у них реально плоские головы. У нас такие макушки красивые, знаешь. А у них вот так плоско тут. Вот. Юля красиво, все, у нее все не плоско, все идеально. Жанна, мы же никуда не поедем. А? Столько ты натешила комплиментов. Не, ну у тебя реально красивая форма головы. Ну, у тебя красивая форма. Ты в детстве стригла стрижки? Не выстригали. Ну, красиво же лежала. Мне не нравились. Ну, тебе не нравилось, но красиво, ну, как парикмахеры говорили, красиво лежит форма. Потому что форма головы очень правильная. Ну, поэтому это ж не то, что там, а так оно и есть. Соответственно, теперь ровно. Соответственно, вот. И сейчас я сюда поставлю ленту. Последние штрихочки. Самое главное, ленту не перетянуть, потому что если перетянуть, у клиента будет очень-очень болеть голова. Это самое важное, чтобы лента не была перетянута. Поэтому натягивать ее надо, но перетягивать ее нельзя. Вот, поэтому надо очень аккуратно не перетянуть ее. Ты без бальзама помыла волосы такие классные, гладенькие, mm-hmm, такие. Вообще просто гладкие, гладкие. Вселенная всегда для людей открывает свои, для тех людей, кто ее любит, она всегда открывает свои границы. Поэтому всегда все есть.
Ну и какое мое любимое слово ты выучила? Вшистка. Ну вот, да. Вшистка. Вшистка. Так, теперь надо прижать ее хорошо, чтобы она... Сейчас, малышка, буду тебя прижимать. Прижимаю. Да, сейчас должно быть прям четко-четко. Прям... Надо, чтобы хорошо-хорошо волосы клиента вклеились в ленту. Мало того, ну, я закрыли. На полгода сейчас наклеила. Не, дорогая, то есть это кажется. На самом деле нет. Она вообще так красиво не стоит у тебя, незаметно. Когда темный корень, она вообще незаметна. Так, помни, что сутки не мочить, да? Угу. Главное в душ сейчас не подойти, там не нажать. Ну, чтобы не отвалилось, а то отвалится, будешь знать. Поэтому... У тебя очень скользкий волос, классный, без бальзама помыта, такой гладенький. Ну и все, вот и стоит наша лента. Вот она стоит на месте. Хорошо, когда она свеженькая, да? Так вообще приятно. Она не чувствуется вообще на голове. Все, сейчас будем ставить височки. Ну и все, теперь у тебя о, распадется и ничего не видно, видите? Сейчас ничего не видно, все идеально. Потому что когда она отрастает, она немножко, конечно, в этом месте она такая, как полосочка смотрится. А сейчас она идеально. Все, сейчас височки тебе поставим. И все. Ну вот, дали клиенту ее дожмякать. Главное углы, все. Углы дожмякаем, все, давай. Потом пожмякаешь еще, давай. Все, наша ленточка стоит. Как вкопанная. Дай твой тизер, расчешу тебя твоим тизером любимым. Смотрите, как хорошо вошла лента. Просто идеально. Я тебе, кстати, получилось так, что я тебе сзади поставила чуть ниже, а виски поставила чуть выше. Получилось вообще идеально. Да. Сама не буду радоваться. Сейчас вам покажу эту красоту. Сейчас. Помотай головой. Ну, сильнее помотай. Что-то. Видите, все, стоп. Видите, как охеренно все стоит. Это без бальзама, без ничего. Представляете? Вот она лента. Вот она. Вот она, ее не видно, видите. Ну все, иди, принимай работу, иди. Благодарю. Крутись.